Привет! Это подкасты школы «I Love Supersport». Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми. Друзья, привет! Сегодня у нас в гостях невероятные, просто невероятные ребята. Аня Палкина, Саша Шемяков. Ребята, привет! Рад, что сегодня вы с нами. Сегодня поговорим о вашем старте. Привет! Да, всем добрый вечер. Ребята, расскажите немного о себе. Ань, давай начнем с тебя. Расскажи, чем ты занимаешься в обычной жизни, как вообще удается совмещать жизнь с количеством тренировок, с такими невероятными целями и... Ну, в обычной жизни я работаю в юридической фирме, вот, сочетать, ну, как-то получается, да, это очень помогает, на самом деле, не перерабатывать, когда надо с работы убегать на тренировку, тут как бы говоришь, ребята, сори. Если что касается спорта, то в детстве я синхронно плавно занималась 10 лет, и потом как-то вдруг случайно попал к Олегу Владимировичу в руки, и вот так все и завертелось. Окей, Саш? Я работаю в Московском авиационном институте, и изначально так же, как Анна, считал, что это удастся совмещать путем более ранних уходов. На самом деле жизнь показывает, что это не так, мне это не удается, что должностные обязанности, они зачастую выше, и это там определенная дополнительная ответственность, потому что есть определенный план на неделю, объем, который нужно выполнить, они в любом случае нужно выполнять. Да, есть проблема с совмещением, вот, но это дополнительный такой вызов, дополнительная мотивация, как организовать свой рабочий процесс. Как это все совместить, это еще при этом жить, хороший челлендж, с которым важно уметь справляться. Я правильно понимаю, что у тебя тоже есть такой бэкграунд спортивный? Я занимался в детстве плаванием. Вначале вообще это там история, что была программа «Учимся плавать быстрее, чем ходить». Так я оказался в воде в 3 недели. Там есть детские фотографии, где меня грудного держат в таком небольшом бассейничке, там лягушатник, вот. Так я уже в 3 недели там держался на воде. Видишь, я позже плавать начала, я в 6 лет пошла. Ну, никакого преимущества мне это не дает. Вот, затем я года с 4 начал ходить и там регулярно ходил в плавание, но никаких разрядов не было, никаких спортивных достижений не было, какое-то время там не ходил вообще, в институтские годы, в мои, мы снимали этот же бассейн «Октябрь», где я ходил, там отличные там и тренеры, вот, ну, опять же, там учился в такой неспортивной обычной группе, там это отдельная там тема, что я когда пришел к тренеру, там обсудим почему, как это вышло к нашему, мне пришлось ставить технику заново, ну и в целом, если послушать сейчас Андрея, он будет там определенные претензии к моей технике до сих пор озвучивать. Ой, это когда Олег Владимирович меня увидел после синхронного плавания, мои вот эти вот все, у меня сказал, Аня, это что? Кстати, да, и год он, наверное, пытался из меня сделать человека, я вот эти вот все красивые штуки делать наконец-то перестала. Есть ли что-то, что помогает тебе синхронного плавания вот из твоего прошлого сейчас? Дыхалка у меня огонь, да, вот дыхалка у меня есть, осталась. В остальном мне всю технику перебирали заново. Да, то есть некоторый бэкграунд... Где-то небольшой, но с бассейном вы с водой комфортно себя чувствовали и знакомы, да. Но потом был перерыв, и я так понимаю, что в какой-то момент решили что-то изменить, вернуться, скучали. В моем понимании очень важна там мотивация, цель какая-то. То есть в возрасте там с 23 до 30 лет, ну, я предпринимал какие-то попытки заниматься спортом, это был там и зал, что-то еще. Но поскольку это процессная история, она меня достаточно быстро отпускала, там месяц-два максимум продержаться, дальше не хватало мотивации. После этого у меня случился бег, там пробежал первую десятку на московском там марафоне, готовился к 21, когда почувствовал какие-то дискомфорты, ну и оказалось, что у меня там серьезная травма мениска, а я-то уже был настроен на бежать 21. И плыть просто. Да, и тут я вспомнил, что я ходил-то в бассейн всегда. И на река есть какие-то... И участвовал в программе научиться быстрее, чем ходить. И проплыть 21 оказалось быстрее, чем пробежать. И так я нашел Ocean Man. Он тогда проводился еще в мае. Было 2-4-6, ну, 1-2-3 круга. И я записался туда, приехал в Сочи, проплыл там один круг, 2 километра, за какие-то там, я сейчас смотрю, безумные там время, там, не знаю, 50 минут или еще что-то. Ты сделал это с нуля, просто ну, с дивана. Ну, взял, да. Ну, сходил там 2 раза в бассейн в октябрь свой, проплыл, но понял, что я ни по дыхалке, ни по физике, ни по технике 6 не проплыву. И таким образом я понял, что
надо идти в школу. А выбор школы для меня был также простой. Я в рамках своей работы учился на школе ректоров в Сколково, где приходил Максим и рассказывал нам про спорт, про достижения. И поэтому я там через сколковских друзей там как-то на Андрея вышел. Ань, что у тебя? У меня была интересная история. Я стояла в аэропорту в очереди на самолет, познакомилась с мальчиком. И этот мальчик мне с упоением рассказывал, как он в прошлом году со своей бабушкой переплыл Босфор. И я такая стою, думаю, нормально, знаешь, бабушка этого мальчика Босфор переплыла, а я еще нет. Но здесь что-то не так. Аня впервые не слышала. До этого я была в Стамбуле, мне очень понравилось, но я не знала, что там можно что-то переплыть. Ну, и я погуглила, зашла на сайт Олимпийского комитета, там какая-то куча документов, справка из школы. Думаю, какая справка, из какой школы, боже, прости. Ну, и, соответственно, как это водится, как только ты забиваешь что-то в Яндексе, тебя начинают забрасывать рекламы. И меня начала преследовать реклама ILS, значит, подготовим вас к Босфору. Но больше всего меня привлекло, что мы за вас пакет документов соберем. Я думаю, вот эти ребята точно мне помогут. Я зашла на сайт, посмотрела фотки тренеров, вот, увидела Олега Владимировича, думаю, вот, мне кажется, вот он мне нужен. У него прям было лицо такое, что я понимала, что он сделает из меня человека, вот. Пришла, вот был тогда где-то в Красном Октябре у вас была встреча, вот в 18 году программа. Да, был такой. Все это послушала, Босфора, естественно, не купила. В январе там прорыдала. Справку дали. Да. Справку дали. Проплакала ночь, проснулась утром, купила Волгу и Сиван. Думаю, да и черт с вами, с вашим Босфором, поплыву Волгу и Сиван. Как вообще выбрать такой старт? Нева 77. И 77 — это реальное количество километров. Сейчас выглядит так, что мы пришли, записались в школу и выбрали 77. Ну, это перебор. Между ними были значительные этапы, каждый из них, которые превосходят. И, как и у Ани, ну, в отличие от Ани, мне в этом плане удалось купить слот на Босфор. Проплыл когда Босфор в июле, прихожу на первую тренировку. Ну, вот здесь вот это вот та моя тема, которую я продвигаю с точки зрения мотивации, с точки зрения следующей цели. То есть, а что дальше? Для того, чтобы, как, с одной стороны, наверное, уже как наркотик становится, да, повышение ставок для того, чтобы там преодолевать, находить себя. Ну, Андрей так буднично говорит, что в следующем году? Давайте, через 2 месяца, Вердезе, в Австрии 17,5 километров. Я говорю, а как мы успеем, как так? Да ладно, что там, 5-6 недель, все. Ну, как бы, и вот с тех пор началась вот эта гонка. После Вердезея, да, 17,5, да, тогда появилась идея вскоре с Котлином, и накануне Котлина у меня был ветрено 24. По времени это сколько занимает? Это сейчас сезон. 20-й год пропускаем, угу. Да, соответственно, Вердезей был, потом пандемия началась, угу. И в конце лета 20-го года мы там... придумали себе Котлин. Котлин, да. Он, когда мы это придумывали, там их было гораздо меньше, да, то есть это еще не был таким культовым стартом, который он стал за последние 2 сезона. Тогда была гораздо более узкая группа лиц, да, ну, то есть... Как сейчас Нева, там же список проплывших в разы меньше, чем того же Котлина. Да, 10 человек сейчас финишировали Неву. В конце лета 2020 года решили проплыть, мы плаваем в одном темпе, поэтому для нас это было комфортным решением. Да, как так получилось? Вы же тренируетесь у разных тренеров. Вы Слушай, где-то... мы встречались на эстафетах, мы плавали эстафеты много с Сашей, мы встречались на открытой воде. Перед Котлином мы какие-то там местные старты, вот в Москве плавали вдвоем. Ну, то есть как-то по темпу мы были более-менее одинаковы. Вот, исходя из этого, мы подумали, а что по одному, когда вдвоем как-то, во-первых, эмоционально легче, когда кто-то рядом с тобой, знаешь, тоже баландается. Ну и как-то, не знаю, в общем, так получилось. Я ему предложила, он не отказался. Вот, в общем-то, и все. Да, так у нас стал дуэт в Котлине. И вот уже после Котлина появилась следующая цель Нева. Месяца через 2, когда Саша стал со мной разговаривать. Мы сегодня, да, обсуждали это и с тобой, Саша, с Аней. Я заходил в ваш инстаграм, и твой инстаграм говорит, что после Котлина больше никогда я туда не полезу. Конец. Да, это... И когда ты такой, типа, все? Это большая работа над собой. Здесь можно еще затронуть тему, как в бассейне вообще плаваются длинные дистанции, когда проводятся ультра там на 3-5 часов, на 24 часа, на 6 часов. Там, ну, в общем, для бассейна это большая психологическая нагрузка. Ну и Котлин, ну, как бы тоже же есть план, определенный расчет, там, где ты не учитываешь погоду. Нам с погодой в Котлине не повезло на первой половине, которая забрала большое количество времени, которое... Да, давайте расскажем, что значит не повезло с погодой. Что это за температура, это волны? Нет, это... конечно, Котлин — это маленькая дождь. Жизнь, каждый сталкивается с каким-то своим ненастьем.
Нам не повезло с ветром, с волнами, с волнением в целом. То есть ветер может действительно казаться встречным? Да, и волны были такие, которые накрывали нас полностью, да, то есть как бы вот волна, которая... Есть там видео и фотографии, которые, ну, полностью накрывают тело. Это значительно сказывается на темпе. Ну, то есть вот как дети, знаешь, в море на волнах. Вот мы так первые 40 минут. То есть у тебя вниз-вверх, вниз-вверх. Пытаешься как бы сквозь, а тебя все равно... Ну, в общем, это так себе была история. И это вот было первые 4 километра вот так. Да, потом это пока все успокаивалось-успокаивалось. Ну, прошло часа 3-4. Мы выбились из того темпа, который планировали. И здесь как бы в чем была, ну, дискомфорт. Он был связан с тем, что рассчитывали на 8 часов. Ага. Надо было переключиться, что вот они, 8 часов, ты отмучился. А купол подобного, еще, да. Вот он, как бы, да, до него еще грести еще и грести. Плыть. Но вы его уже видите, вы понимаете. А это отдельно. Это, да, отдельный я трэш. Первый раз в жизни, когда на это попался, по-моему, был в Селигере, когда выплываешь, и вроде вон ты видишь. Вот арка финишная, да, да, да. Казалось, да, бы. Ну, как а бы, ну, ты час там гребешь полтора, а она никак бы нет, она все еще вот она. Расстояние на воде. Очень обманчиво, на, да, самом деле. Потому что, ну, как бы, да, в жизни есть какая-то относительность, там, столб 50 метров, еще что-то, а там здесь ничего. Ты не понимаешь, сколько. Ты видишь? Да, то есть мы сначала на Котлине, сначала мы 4 часа пытались отплыть от Лахты, пока мы уже в истерике не спросили у Егорова: Дима, мы когда-нибудь перестанем ее видеть? Мы такое ощущение, что мы просто около нее на месте стоим. Вот, потом мы увидели купол, он говорит: вот, ребят, купол Кронштадта, вот две трубы, плывем на него. Ты смотришь такой, думаешь, ну, часа полтора еще. Проходит полтора часа, нет, а ты все там же. И ты тут понимаешь, что тут как бы старты обычные, ультры у тебя там 6-7 километров, а тут еще 8. Понятно, что усталость там, какая-то там степень внутренней там уже раздраженности есть. Эмоциональная истерика у тебя же приключается, потому что думаешь, что твою ж мать, какая-нибудь доплыву до этого купола или вот, нет. Видишь, важно и ловить дзен, договариваться с собой. И главное, не убить никого, кто рядом. И последние метры, километры преодолевать с тем же энтузиазмом, как ты заходил в воду. И после Котлина все же, когда первая тренировка-то состоялась? Достаточно быстро. Через есть стандартная фраза у Андрея в конце недели, что слоты поставлены, давай записывайся. Все. Просто надо сбрасывать немножко объемы, да, и здесь не всегда получается, потому что нет моноцели. Каждый год что-то происходит, да. Где-то там ставишь какую-то длинную еще цель, ну, с точки зрения того, что есть же куча стартов на открытой воде. И первый сезон, который был, это был голодный до всех этих стартов, до всего движения. Да, просто каждые выходные куда-то мчишь, да, вообще любую лужу плывешь. Потом, когда ты уже насыщаешься, уже аж бы куда не поедешь. Уже, да, уже ты уже такой, типа, да, ну нет, вот да, это, да, не моего уровня, вот и... сюда мы не пойдем. И если есть логика о том, что они должны соответствовать твоей подготовке, плану подготовки, если они там по объемам, по дням не совпадают, ну, значит, уже как бы не участвуешь в этот уикенд ни в каких соревнованиях. В прошлом году была такая задача в общем зачете в Свимстаре, ну, то есть это плавательный турнир в рамках Айронстара, который проводится накануне их триатлоновских гонок, как-то само по себе получалось. В год пандемийный было всего две гонки, и из двух гонок там я оказался максимально высоко, ну, это понятно. Ну, и как бы на вручение там второго или третьего места обсуждали, там, а у них новый там старт в Геленджике или еще что-то. Ну и как-то я вот в это вошел, все, поставил целью себе дополнительно. В общем, в зачете Iron Star тоже там максимально высокое место занять. Чем больше этапов ты плывешь, да, тем больше шансов ты получаешь на выигрыш общего зачета. Поэтому нельзя просто взять и отключиться. Я отключилась. Недели, да. Я отключилась. Я... Слушай, но при этом у тебя нет проблем с тем, что все никогда больше. Не-не-не-не-не. Я знаю, что там через две недели я сделаю себе паузу, да, и начинаю. Вот я поехала, я совершила глупость, я поехала на следующие выходные на Волгу. Вот. А это после Котлина? Вот, да, прям следующие выходные. X-Waters, Волга, я люблю, я плавала этот заплыв несколько раз, еще буду плавать. Я поехала, и я была как-то бодра и весела до момента, пока я не стояла в гидрике в шапке на старте, я зашла по колено и что не могу. Просто не могу себя заставить лечь на воду и поплыть. Вот. У меня прям, не знаю, ну, это не то, что паническая атака, но какая-то была очень неприятная история. Я просто развернулась, села в такси, уехала на старт. Вот. А еще через неделю был Ironman в Питере, там у меня уже все нормально произошло. Ну, то есть, грубо говоря, две недели на акклимацию мне хватило. Надо отдыхать, короче, после таких стартов, на самом деле. Причем это не физика, это голова. То есть физически я вообще была абсолютно готова ко всему. Да, вот головой не удалось в этот момент договориться. При этом параллельно, Саша, я не знаю, у тебя есть ли
в летний вот этот сезон. Что-то еще? Я знаю, что ты занимаешься лыжами. Да, когда в пандемию в марте все закрыли, я же не могу бегать, да, у меня колено не позволяет, а нужны какие-то аэробные тренировки. Плавать было негде, ну, то есть идет какая-то достаточно стремительная потеря формы. Это всегда обидно, потому что вроде что-то ты делал, это не входило в твой план, и все, что ты делал там в ближайшее, последнее время, все безвозвратно уходит. Поэтому, да, я делал сухое плавание, но этого недостаточно, все равно должно быть там что-то аэробное. И после как раз ковида, так тоже совпало, где-то увидел какой-то разговор там о I Love Skiing с тренером, участницей Олимпийских игр Юлии Ивановой, и думал, ну, лыжи прикольно, вроде оно. И пошел на лыжероллеры, как бы у меня была дополнительная нагрузка. И когда мы вошли в зиму, ну все, зимний сезон, надо брать зимние лыжи, уже идти. Вот сейчас у меня уже было два зимних сезона, но весна-осень я раз в неделю занимаюсь, катаюсь на лыжероллерах для того, чтобы технику... При этом зимой ты плавать, естественно, не бросаешь? Нет, не бросаю. Но объемы, то есть у меня вот с точки зрения подготовки, базу, когда там, будем это обсуждать, ниже определенных плавание не уходит в неделю, то есть у меня есть определенный уровень, сколько нужно проплыть, и минимальное столько и проплываю. Аня, у тебя совсем история с тем, что есть... Котлин, а есть еще триатлон. Слушай, я... Или ты на время, то есть, останавливаешься? Нет, то есть, когда... нет. Я до того, как попала в ILS, я много лет бегала полумарафоны сама собой, без тренера. И когда у меня закончился первый сезон открытой воды, я такая села, так, значит, мы бегаем, мы плаваем, чего нам не хватает? Велосипеда. Был январь, я поехала, купила велосипед. Несложный пазл. Да, вообще очень легко складывается. Да. Такой, ну, тут до триатлона, в принципе, уже полшага осталось. И после Котлина в октябре я сделала целую железку. То есть после Котлина я уже ударилась вот сюда, в бег, в велосипед, потому что, ну, плавание там 4 километра, ну, что такое для меня 4 километра, да? Это я просто искупалась, сходила. Я поднажала немножечко на велосипед, на бег, и вот в октябре в Сочи сделала полную железную дистанцию. Да, вот у меня был какой-то прошлый сезон прям совсем упоротый. В этом сезоне ты спокойнее. У меня вообще, в принципе, есть слот на железку, но я понимаю объективно, что я не готова, я не поеду в Сочи, я перенесу на следующий год, потому что делать абы как я уже не хочу, хочу какое-то время показать нормальное, а нормальное я сейчас не готова, то есть я не успею уже на 2 месяца. То, что приходит с опытом, если есть сезон, когда каждый старт, когда лезешь во все, да, без а разницы. Есть сезон, когда уже все выбираешь. Да, тут время, тут нужно, да, организация, да, поинтереснее, да, здесь медальки покласснее. Еще доехать надо, когда все умудриться с нынешней ситуацией. Так, вернемся к Неве. У меня был вопрос про то, сколько времени занимала ваша подготовка. Я вот сейчас слушаю вашу историю, и как будто бы все ваше занятие плаванием, спортивной какой-то активностью, вот все это можно считать подготовкой к такой длинной дистанции, так или иначе. Почти так, значит, но есть просто база, ниже которой ты не уходишь. Да. Ты говоришь про объемы. Сейчас я говорю, про объемы в плавании непосредственно. Про объемы нет. У меня это есть и зал, у меня есть сухое плавание, да, то есть там есть определенная совокупность того, что там минимально делаю. Ты согласовываешь нагрузку со всеми своими тренерами? Да. Или ты сам? Я каждое воскресенье вечером пишу план на неделю, исходя из целей, которые есть. Но на самом деле я еще в начале года примерно укрупненно понимаю лесенка, как мы там растем. То есть ты говоришь сейчас о своих результатах условно на 100 метров, на километр, что вот я нет, здесь сейчас подрастал, говорю, да, о часах, да, то есть о длительности, о объемах, да. Окей. Я бы разделил это там на 3 этапа. Конечно, у меня это накладывается то, что есть зимний лыжный сезон, который у меня занимает в идеале 3 дня. То есть 2 тренировки и какой-нибудь там либо тренировочный забег, либо соревнования, которые также, ну, достаточно много. То есть это там то, что надо в моем случае учитывать. Если это сейчас вынести за скобки, то получается, что вот была какая-то база. Решение мы приняли в сентябре. В октябре. Ну вот дальше там выстраивалось, что где-то... Сложно зарезервировать за собой слот, как выбираешь дату? Да, сейчас расскажу. Значит, январь, февраль — это был больше упор на физику, то есть там дальше вот был март-апрель, как раз у меня был вызов для меня, который я придумал. Первый лыжный сезон я пробежал полтинник, ну, марафон, а второй я решил там посмотреть, а смогу ли я за неделю пробежать 2. Громовский полтинник и Дёбинский, а между ними неделя. Ну и март было такое восстановление, чуть-чуть даже поболел где-то, потерял темп в плавании полностью, да, то есть как бы в апреле. Вот, и у меня был понедельный план,
как я там перехожу там из своих базовых 10-12 километров в неделю. С мая их стало там 18-20, в июне это там 20-25. Ну вот. Ну, Саша, сколько сеансов подряд ты ходишь в бассейн? Я дождался, когда летнего сезона. Открытые я воды. Живу в Строгино, у меня открытая вода, поэтому я круг вокруг залива, 4,5 километра, 2 круга 9, и выбираю длительные старты. Как бы у меня было вообще отличный план. Тебя, наверное, МЧСники знают там все. Ага, опять этот. Ветрено 12, ну то есть выбираешь еще длительные старты, десятки, двенашки, 27-километровые. Ну да, тренировку, наверное, в бассейне. Столько плавать, наверное, 25. Я знаю, что у нас тренеры-дальнобойщики там рассказывают о том, что у них и там 12 тренировок, и 15 могла быть тренировок километров в бассейне, в полтиннике. Я обычно плаваю трехчасовую 10 километров, как в качестве подготовки. Саш, ты такой формат не выбираешь. Он один я его стараюсь избегать. Со мной ходил, да. Он один то есть понятно, когда деваться некуда, ну что делать, запасаешься терпением, но я стараюсь разнообразить. Более того, если я там в прошлые выходные плыл в заливе у себя, то через выходные я плыву как-то по реке и захожу в залив, а через выходные там иду в Крылатское, там круги. Ну, в общем, слушай, здесь важное разнообразие, чтобы ты не перегорел, и здесь вот для тебя вот этот драйв не ушел и не стал какой-то там вот прям обыденностью, да, ты должен этим жить, поэтому здесь нужно очень важное разнообразие, ну, как в моем случае я стараюсь. Не знаю, у меня лично нет проблем с объемами в бассейне, то есть 3 часа, там 3-4, пожалуйста. То есть мне нормально, я могу долго в бассейне плавать. Единственное, что, конечно, это лучше полтинник, потому что 25, мне кажется, звезданешься 3 часа там тупо кувырки. На такую длительную тренировку ты готовишься, там, с темой с какой-то приходишь, что вот это нужно обдумать. Да, вот у меня есть такая фишечка, список, о чем надо подумать и глобально, да. Но обычно это хватает часа на полтора от сознания, а потом ты отъезжаешь в какую-нибудь, знаешь, там, типа, что я там в 5-м классе с кем-то, потом такой, блин, а как я вообще сюда пришла? Это, вот, знаешь, как есть такая история, что если ты начинаешь смотреть ролик на YouTube, засыпаешь часа на три, потом просыпаешься и смотришь, куда тебя YouTube привел, ты такой, блин, как вообще это произошло? Как тебя может привести тренировку? Вот пример той же самой тренировки. То есть ты начинаешь с чего-то нормального, а потом отъезжаешь куда-то, думаешь, блин, а как я здесь вообще оказалась? Вот в этой части, да. Ты решаешь какие-то рабочие задачи? Я, наоборот, этим отвлекаюсь от работы. Телефон недоступен. Да. Потому что у меня... По сухому плаванию тренер грустит и злится, потому что там я по телефону доступен, и я не могу им не пользоваться. Не знаю почему, ну как-то я с телефоном в паузу там. А здесь точно все исключено, и у меня такого, что я прям на что-то это выношу, я должен там продумать. Ну, может быть, минуты на три хватает, потом я, слава богу, прихожу в такое хорошее состояние. Что это, медитация? Да, типа того. Ты знаешь, вот когда тебе на медитации рассказывают, почувствуйте там свою левую пятку. Это такое, как можно почувствовать, да, свою левую пятку? То когда ты плывешь 10 часов, ты просто чувствуешь, вот тут кольнуло, вот тут щипнуло, вот тут что-то потянуло. Хочу я есть или не хочу? А хочу ли я пить? А что я хочу есть? Это такое, знаешь, прямо у меня подруга называла это трансцендентный эгоизм, когда ты просто ощущаешь себя на 200%. У меня болят брови от очков. То есть, ну то, что в нормальной жизни ты таких вещей вообще не ощущаешь, что у тебя есть брови, да, так где они, да? Вот, то есть у меня был фингал по глазам от очков, и ты все это чувствуешь, ты плывешь, такой думаешь, блин, я вообще чувствую каждую царапину на теле. Ну, здесь еще нужно быть сфокусированным все-таки на том, что делаешь, думаешь иногда, где ты там проносишь, крепешь, не падает ли темп, ну, в общем, есть куча вещей, как у пилота, за которыми надо следить. Как будто я сейчас слышу совершенно два разных взгляда. А мы вообще абсолютно разные в этом смысле. Это мозг. Может быть, поэтому у вас такая вот пара сплочённая. Это мозг операции, это эмоции. Понимаешь, мы с разных сторон к этому подходим, и по-разному у нас все это ощущается. Да. Я вообще не смотрю на часы, я не знаю, какой у нас был темп. Вот некоторые синхронные плавания у вас такое. А он все знает, и скорость ветра, и скорость волн, и темпы. Я вообще тут... Я, кстати, эти 13 часов высчитал еще за 3 месяца. Да, он нам все просчитал. Когда у нас была дискуссия, и Аня называла чудовищные там 15-17 часов. Так просто, ну как, ей так кажется. Да, мне так кажется. Я посмотрел, на каких течениях, какие отрезки, какая скорость течения, примерно взял среднюю, там, за что-то заложился.
Что мы есть будем, да, то есть еще что-то. То есть у вас сложилось это время, да, которое ты обещал, да? Ну, потому что Саша, да, там он как бы, у него если сложилось в голове, ты уже не откажешься от того, что у него в голове сложилось. Вот, ну, а еще это время, понимаешь, сложилось, все-таки я 55 проплыла, да, и он потом чуть ускорился, потому что я все-таки немножко помедленнее в силу того, что я девочка. Поэтому, возможно, если бы я осталась, может быть, был бы плюс час, и были бы мои вот те 15, которые я загадала, да, поэтому тут тоже спорный вопрос, но он себе посчитал, он это сделал, молодец. Давайте сейчас немножко о гонке. Как вообще ее нашли? Очевидно, не самая популярная гонка. Но, видимо, взаимодействие с Димой Егоровым. Ну да, это же все есть на сайте. С организатором как раз... Грандслима. Да, Грандслима. Это несколько гонок, в том числе Котлин Рейс, EY777. И да, у них как бы флагманская гонка — это 13 мостов. Кстати, Дима недавно к нам приезжал и рассказывал про Симран. Да, да, можно найти у нас на сайте. 13 мостов Котлин. Ну, дальше, с точки зрения выбора для нас, здесь мы в этом плане точно сходимся, было важно приемлемое прогноз по температуре. Потому что у него на многих стартах она еще более экстремально холодная. Здесь требовалось... подготовка дополнительная с точки зрения там, специфики плавания в холодной воде, набора дополнительного веса, еще дополнительного опыта с точки зрения, как это все пережить в долгую. И здесь я точно понимал, что вот по работе не хватает на времени еще вот на этот сегмент, на этом этапе моей жизни. Ну, здесь Аня сошлась в этом же мнении о том, что да, давай там, где без более экстремальной... Я просто очень мерзлявая. Я очень мерзлявая. Для меня вот прям совсем не мое. Хотя я бы хотела, у меня есть такая идея, знаешь, там в прорубь окунуться. Может, я когда-нибудь к этому приду. Но пока я не готова морально. Поэтому всякие там Балтики и что там... Байкалы люди переплывают, это немножко не то. Поэтому выбор был, на самом деле, из Грандслима только один, только Нева. И как альтернатива это 181 Самара. Но она там занимает большее время. И здесь тоже там а-ля по работе мы... Мне удалось отговорить его от Самары в прошлом году. Что он был готов реально на Самару ехать. Вот, но меня в Самаре смущало немножко то, что я не понимала, какие там условия именно проживания. Это же 5 дней надо плыть, и что между ними? Я просто не готова... Поскольку я понимаю, это палатка. Вот, я не готова. Представляешь, чтобы ты вылез из воды, у тебя ни горячий, ничего, гидрак не высыхает, ночь в палатке. Я просто боюсь, что я 5 дней просто не вынесу в таких условиях, я сбегу куда-нибудь там. Там некуда. Ну вот, видишь, он уже все просчитал. Поэтому мы сошлись на Неве, потому что это Питер, это цивилизация, как говорится. И вода нормальная, доехать легко. Ну, то есть, с точки зрения организации, довольно легко все было. Окей, с выбором разобрались. То есть, немножко дистанция, это полная Нева, вся дистанция Невы. От Устья, от Ладожского озера, до Финского залива. От крепости Орешек. Да. Ну, мы не совсем от крепости, мы стартовали. Вас туда забрасывают, как это работает? Я так понимаю, это же остров. На катере. Мы приезжаем, да, в Шесенберг. Там уже стоят наши два катера сопровождения. Плывем вверх по Ладоге. И да, нас мы там стартовали из Ладоги. И вас выбрасывают с катера прыгаем, да? Да, и погнали. Да, и бабах, поплыли. То есть бабах есть? Бабах да, есть, да. Бабах, ну, вообще должны были из крепости... стартовать так же, как Котлин и другие старты проходят, что ты встаешь, тебя привозят, ты плывешь до острова, на берег. До берега, встаешь и уже с берега там поплыл, и на берегу следующим через 13,5 часов тебя встречают. Да, тебя встречают. Но там был ремонт какой-то, и поэтому нас с воды, с катера. Выше отвезли, ну, чтобы мы точно 77 проплыли, а ни в коем случае не меньше. По поводу воды. Как в Питере, до Питера ощущается смена? Это частый вопрос, я уверен, вам задавали. Не знаю, очень насколько часто, очень была, ощущается смена воды. То есть ты плывешь по чистой реке, а ты вплываешь в город, и тебя встречают всякие определенные запахи и прочее. То есть, ну, я прям ощутила, когда думаю, мы вот в город вошли. Если вы, Саша, мы с тобой столько не произведем, даже после 10 часов в воде. Вот, ну то есть прямо я ощутила. Вот, но самое, мне вот еще... понравилось, что ты вот плывешь, кажется, что, ну, вроде не быстро, да, на воде непонятна скорость. А ты понимаешь скорость, когда мимо тебя проносится буй, и ты понимаешь, что он-то на месте стоит. Пролетает. Саша даже пиндюрился в один буй. Я успела, я успела увернуться, прям вот чуть-чуть ноги убрала, понимаешь? А ты врезался в буй. Ну, почти, да, там меня больше это забавило. Не сам этот факт, а то, что мы только стартовали, не знаю, ну, метров там
400-500 проплыли. И пока еще просто пытаюсь понять принцип, да, угу. Вроде что справа, как мы плывем, да, угу. Как с лодкой. Да, справа, да, то есть как-то там я чуть раньше там вошел на старт, ну, в смысле, когда сказали стартовать, я уже сразу стартовал, Аня там замешкалась, ну, то есть я как чуть, бы... Да, чуть-чуть отстала, и мы, в общем, как, непонятно пока какая ничего. Какая дистанция между вами может быть? С точки зрения безопасности мы должны плыть максимально вплотную, регламентированно. Я иду за лодкой, не могу поймать пока темп нужный, в плане, что она должна быть рядом где-то, да. Ну, я смотрю на нее, как раз на моих глазах, она как в гонках делает такой резкий маневр вправо, влево, и прям здесь буль. И я вот как-то, а там около него еще камни. Меня по камням это проносится, там я ударяюсь об камни, буй как-то огибается. Я вот плюхаюсь после этого, и первое, что слышу с лодки, ну ты типа смотри, куда плывешь. Если бы мы были в нормальной ситуации, я бы сказал, что, ребят, что вы сейчас сами исполняете, вот так вот. Я потом, да, с Димой Егоровым это обсуждал, он говорит, ну да, мы это сейчас понимаем, наверное, будем вести чуть-чуть другим путем, чтобы не через буи. Вот, ну я, конечно, их понимаю, что лучшее оружие, это, лучшая защита – это нападение. Ну, ну я говорю, да, ребята, принято, извиняюсь, да-да, буду лучше смотреть. А с точки зрения ощущения воды, ну вот здесь температурные там, ощущения там важно обсудить, и как к этому готовиться. А так, по мне, я там разницы особо не почувствовал. И... Вы как-то отдельно готовитесь к частоте воды? Все равно же нет, там... Нет, нет. Ну, всегда с собой что берешь интерсгельчик на случай, если тебя прихватит после. Ты его не пьешь по умолчанию? Нет. Не, вода была хорошая, на самом деле, за городом довольно чистая вода. То есть, ну, несмотря на то, что мы плыли ночью, было даже не страшно особо. Вот я один раз влетела в водоросли, вот. Один раз мы проплывали мимо какого-то стоячего корабля, и он выглядел, знаешь, как корабль-призрак с каким-то крестом на палубе. Было немножечко страшно. Вот, а когда вплыли в город, там уже, естественно, фонари, все эти мосты подсвечиваются, там уже совсем другая история. За городом, конечно, плыть это такая... Какая температура воды была? На старте было 17. 17-18. Это холодно? Да, это холодно. Дальше? Слушай, не сильно больше. Мне часы показали, что минимально было 15, где-то мы поймали, 18 была типа средняя. 17. Ну, то есть где-то, видимо, было 19. Не жарко. Да, не совсем. Ну, для длительного заплыва, да, это совсем не жарко, поэтому здесь... Это весь неопрен, то есть в шапочке, да, мы здесь, как это называется, воротник? Нет, у нас такая была балаклава. Так вышло, был риск в том плане, что это первый раз, который мы оба надели эти балаклавы. Я о них узнал за неделю до старта. И, ну, здесь как бы случился риск в том плане, что натерло, да, но как бы это окей. Ничего, все меркнет перед тем комфортом, который дала эта да, шапка. Да, мне было очень тепло, то есть голова вся в тепле, и а она сюда убирается. А Котлин как плыли без просто неопрёных шапочек? У нас был теплее Котлин. А, да. Вообще нормальных шапочек плыли, у нас было 25 вода на Котлине. Мы плыли без носков, как просто в гидроках. В общем, да, было комфортнее. Не 18. Действительно, в шапочках плыли. Да, да, в обычных шапочках. И даже не было мысли надевать носки. Неопрен, даже носки а здесь не мы на носках были. Мы еще думали про перчатки. Не было мысли их снимать. Да, да, и даже были перчатки. С собой, но мы их не надевали. Мы взяли на всякий случай, знаешь, на случай, если прям совсем будет плохо. Ну, еще важно учитывать, что все-таки Котлин у нас был дневной, а здесь это ночная гонка, которая проводится с этой целью, чтобы навигация в городе была минимальной. И стартуешь ты там... В 5, в 6, в 7, в 8, в 10 ну, вечера. 6 вечера да, в нашем случае да. Это было 6 вечера. С какого-то момента мы начали только там теплым питаться, подогревать. Ну, там, ребята нам... Я даже пила горячий укол. Вау, это такая гадость. Грели. Какая-то печь. Да? А корабль оборудован там. Корабль был с кухней, газовая плита, на которой там что-то грели. Чайник был. Дальше передвигаемся к питанию. У вас было разное меню? Да. Мы синхронизированы по времени. 40-40-40 минут в начале, потом каждые 30. Да, мы считали с тобой это 25 приемов пищи. Да, значит... Мы поехали в Питер чисто пожрать. Значит, вот здесь точно не нужны эксперименты. Плавайте длинные для того, чтобы узнать, как с едой организм это воспринимает, как он там дает энергию. Часть здесь, безусловно, уходит на... воспроизводство тепла, для того, чтобы компенсировать вот то холодное водное пространство, которое вокруг тебя для тела, часть на, соответственно, внутреннюю энергию. Ну и здесь там есть базовый сценарий, который должен учитывать многофакторность, да, это белки, углеводы,
при том, что это должно быть не только жидкое, но и твердое, и разные другие аспекты. Саша, с кем-то консультировался? Во-первых, под себя подгоняешь, да, то есть я после Котлина... Кстати, прошел год, сильно отличается, да. У меня на 100% все... Ну, то есть я ушел от одной фирмы гелей в другую порошковую. Понятно, что если бананы там остались, колы какие-то там остались. Ну, да, это база такая, бананы и колы, да, это да. Прям... Ну и то, редко. То есть у меня был там сценарий, что 4 подряд питания разных, и вот они между собой по 4 повторялись. Каждые 2 часа это обязательно теплая каша с протеином, а остальное там где-то это порошок с разведенный там изотоник, где-то это что-то твердое, где-то это гель, каша. В этом плане было чуть полегче, чем в Котлине. Ань, твоя версия. Слушай, у меня все проще, я же говорю, я эмоция, как бы у меня нет логики никакой. У меня был с собой набор еды, у меня были гели. Вот, Саша на стартах навыигрывал там тонну гелей, которую вот он не ест. У меня 3 коробки гелей, значит, с собой. Кола, естественно, без колы я вообще никуда не хожу. Была детская каша. И я где-то год назад прочитала рассказ одного чувака, который рассказывал о том, как он делал Iron Man. И у него в транзитке, знаешь, что лежало? У него в транзитке лежала балка соленых огурцов. Я такая, бинго, вот оно, что мне нужно. Мне нужны соленые огурцы. Я себе сварила картофан, у меня была вареная картошечка и банка соленых огурцов. И это было прям идеально. Что касается правил по поводу питания. То есть вы можете дотрагиваться до лодки. Из-за особенности, что лодка большая, там на Котлине нельзя. На Котлине вам подают в условном сачке. Котлина, она была низкая, резиновая, а здесь была яхта. И как бы не касаться брать еду было достаточно проблематично. Ну, там был, заход сзади, где они поднимаются. Эта площадка, мы к ней подплывали, они нам вот оттуда все выдавали. Как это выглядит со стороны группы поддержки? В нашем случае это Дина. Дина, которая уже на протяжении длительного времени поддерживает твои старты. Как для нее выглядит этот старт? Понятно, что она приехала, все то же самое. При этом у нее есть меню, у нее есть расписание, у нее есть список того, что когда давать. Сумка с Сашиной едой, сумка с Аниной едой. Угу. То есть это список, что каждые полчаса она засекала время по часам. Мы в момент, когда заканчивали одно питание, подтверждали, что будет мы следующий заказывали, раз. Знаешь, курица или рыба. А, то есть вы заказывали все-таки. Да. У нее нет базового. Нет, базовый есть. Базовый она есть. Говорит, базовый, условно, там, следующий, там, изотоник будешь. Или что-то другое. Нет, давай меняем, сделай лучше, пожалуйста, хочу чая. Угу. Вот, например, чувствуешь, что замерзаешь. Да. И о том, что уже изотоник и так достаточно в тебе. Про группу поддержки питания проговорили. Что дальше? Когда вы вернулись в бассейн? Заплыв был в ночь со вторника на среду. У меня тренировки, как и Ваня, вторник-четверг, поэтому по положительной причине. Четверг мы прогуляли. Четверг уже было невозможно. Ну, поэтому я планово пришел во вторник. У меня не было никаких ни дополнительных, ничего. Вот ровно через неделю во вторник я вернулся. Да. То же самое. Да. Когда плыли... Невероятно длинные дистанции. Вы как-то переговариваетесь, у вас есть какая-то поддержка, я не знаю, шутки какие-то внутрики, когда друг другу помахали, я не знаю, питания. Что-то показали. Я думаю, что сам факт того, что ты видишь, что второй человек плывет. Ты страдаешь не один. Да, уже тебя поддерживают, да. Во-первых, это взаимная ответственность, потому что, в данном случае сочкануть нельзя. Все терпят, работают, мучаются или радуются, это же неизвестно, да, про эмоции так. А когда на питание, если никаких проблем нет, все что татно, то здесь и особо обсуждать нечего. Знаешь, такой серии, ты окей, плывем, все поплыли. Никаких особо, да. Пока они лодку заведут, еще что-то, все болтать понятно, куда некогда плыть. Особо, не хочется время тратить, хочешь быстрее финишировать. Каких-то вещей, которых надо предупредить, тоже особо нет, так все понятно. Когда Аня закончила гонку на Неве, стало сложнее психологически? Хотелось ли последовать за ней? Хотелось. Понимаешь, сколько уже работы прошло к этому времени? 9 часов. Я сошла после 9 часов. 9 часов, да. Что ты чувствовал? Во-первых, куда ты, Ань? Предпринял робкую попытку сказать, что ты не по-товарищески оставаться. Он говорит, так нечестно, вынимайте меня тоже. Вот это не нашло... Это не нашло отклика у людей на лодке, они сказали, ешь и плыви. Да, все, ладно. Поговорим на финише, Трудно это связать с уходом или присутствием Ани,
потому что после 10 часов начались другие там проблемы. Как бы самая и я сложная думаю, что часть. Они бы начались и при Ане тоже. И при мне, да. Вот, и с ними надо было бы все равно справляться. И, да, то есть я, у меня в голове был, как обычно, план. У меня был четко там отрезок. Проще плыть, когда ты представляешь себе что-то, и когда это не вслепую, ну, по крайней мере, у меня. И я, когда остался, ну, соответственно, у меня были в голове отрезки. Я понимал, что нужно пройти до Питера 50. После Питера понятно, что до Авроры. Ну, и после Авроры там тоже повернул. И я как бы, Аня сошла, ну, пошел на темп. Вот, и в какой-то момент у меня как-то так, я стал понимать, зачем-то, что мне ты плыть-то еще 4 плыть, вот. И мне нужно было какое-то время, чтобы перестать про это думать, ну и спокойно дальше уже там плыть столько, сколько надо. Ань, что ты почувствовала, когда поняла, что... Вообще, сколько ты боролась с собой, чтобы... Слушай, ну, где-то, наверное, Насколько я понимаю, ну, тебе тяжело далось. Последний час мне где-то было вот некомфортно. То есть Денис с лодки, знаешь, брал меня за шкирку и пытался втряхнуть обратно в кедрак, но он реально меня задушил, то есть я не могла ни вдох, ни выдох сделать, мне было банально, ну, как бы больно. Он это кедрак, не Денис. И, в общем-то, когда вот мы проплыли два моста, я сошла ровно после второго моста. На питании мы ели, я поняла, что я как бы не могу больше, да, это не капризы, это не проблемы с головой, там, знаешь, не торг, и у меня было что-то, они мне говорят с лодки, типа, давай, вот тебе бейсбол, и, может быть, поможет, давай еще полчаса. Я понимаю, что еще полчаса, у меня сейчас упадет темп, потому что мне больно шевелиться. Это будет, если это будет еще полчаса, то мы сойдем оба. Я сойду по той же причине, по которой я готова сойти сейчас, а он просто замерзнет ждать меня, пока я там пытаюсь, знаешь, поднять руки. Честно скажу, мне не было обидно, мне не было никаких там самосъедений или каких-то... Потому что это было... И ребята в лодке, они сначала не хотели меня доставать, но когда они реально 15 минут в 4 руки не могли с меня снять гидрак, они поняли, что я как бы не шутила и не придуривалась, и не капризничала, что это реально, как бы, реальная ситуация. То есть они вдвоем 15 минут меня из него вынимали. Он застрял вообще во всех местах, в локтях, в коленях, в плечах. То есть это реально было, знаешь, как будто с тебя кожу сдирают. А как только они с меня сняли, ну, как бы, Денис мне говорит, хочешь, залезай обратно без гидрака, мы типа тебе зачтем. Но если бы это было не 17, а хотя бы там 21-22, может, я бы попробовала бы. Но переохлаждение словить мне тоже не хотелось. Я считаю, что я сошла прям вовремя. То есть я дала ему доплыть, я себя там не убила, да, руки, ноги, плечи. Мне кажется, это тоже это... некоторый опыт, что ты осознанно подходишь к своему состоянию. Да, то есть это вот, это был тот нужный момент. На этапах, когда ты только начинаешь, наверное, участвовать вот, в соревнованиях. Я считаю, что сделала грамотно. Можно было, конечно, еще час пострадать, и убить его окончательно, понимаешь, вот этим вот. И это бы все закончилось гораздо хуже. Поэтому нет, я считаю, что все хорошо. Потом я ему на финише шампанским встречала. Вообще мне было хорошо. Что ты чувствовал, когда финишировал? Вот такое эмоциональное опустошение, что все это все позади, все сделано. Вот. Ну, и оно, конечно, не только на финише, оно преследовало. Возможно, оно до сих пор где-то сидит. Ну, главное, вот что все преодолено, все отлично. Круто, ребят. Я просто восхищаюсь вашей целеустремленностью, вашей увлеченностью. Это что-то невероятное. Спасибо, что сегодня были. Спасибо, что позвали. Да. И увидимся. До встречи. В бассейнах, на открытой воде. Всем большое привет. Да, спасибо. Друзья, спасибо, что были с нами. Хорошего вечера. Счастливо. Всем пока-пока. Пока.